прощения жителей Востока Украины, президент Российской Федерации. Обращение. Как будет ему обращение? Ему даже в рабство обращение поможет. Давайте почитать. Обращение жителей Востока Украины президенту Российской Федерации, Федеральному собранию, парламенту Российской Федерации, правительству Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации. Медленно, да? Первая фраза должна идти в стиле от советского информа. Давайте пробуем, не получится другому, передам. А девочки есть у нас, молоденькие еще, извините? Давайте мне, девочки, идите сюда. Идите сюда, не боитесь? Нам делать молоденькое было где-то. У вас есть девочки? У меня хорошая, правильно. Обращение жителей Украины к президенту России. Я думаю, сейчас организаторы. Министерству иностранных дел. Я могу Обращение жителей Востока Украины к президенту Российской Федерации, правительству Российской Федерации, Федеральному собранию Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации. Супер, два, у кого там распознал? Давайте. Люди всі мовчимо. А, тишина повна во время. Тишина повна. Поэтому, когда я говорю, начали, тогда начали, остальные тишина. Не волнуется никто. Начали. Хорошо, давайте не качай. Копия, давайте так, копия, копия по Киеву.
минут 40 назад Владимир Владимирович Путин объявил о том, что присоединяет Крым, Севастополь к Российской Федерации. Такие дела. Один человек, обычный как в жизни, принимаешь решение, потом расхлебываешь их последствия. А тут человек принял решение, расхлебывать его будут. Вся Россия будет расхлебывать. И после смерти этого человека будет расхлебывать. Вот такие пироги. России придется выхлебывать, так это и думать страшно. Погнали! Да, погнали!
Номер 8. Вот я. Давайте. 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 Давайте.